Первая песня, которую мы предлагаем вам, называется «Чудо-остров». Я хотел бы ее как-то соединить с нашим лагерем. Очень мало осталось детских лагерей на Крымском побережье. И один из них – лагерь Володи Дубинина. И я бы очень хотел, чтобы он в ваших душах и в наших остался как маленький чудо-остров на всю жизнь. Итак, «Чудо-остров». Эту песню о чудо-острове мы посвящаем нашему любимому лагерю. А когда мы собирались ехать на море, мы подумали, что нам в репертуар обязательно нужно взять песни о море, о лете, о радости, о детском смехе, о сказках и так далее. И следующая песня
называется «Посмотри, какое лето». Это песня Леонида Агутина. Мы очень любим этого артиста и композитора, и поэтому берем в наш репертуар его песни. Итак, «Посмотри, какое лето». Что наш ансамбль очень молод, это все-таки детский ансамбль. Нам часто приходится работать со знаменитыми артистами. И один из них – это Николай Петрович Караченцев. Мы иногда работаем с них на больших сольных концертах и поем вместе с ним песню, которая называется «Кленовый лист». Мы сейчас предлагаем ее вашему вниманию. Итак, «Кленовый лист».
ладонь мою. Кто-то мне подскажет в ответ, ничего такого здесь нет. Желтый лист кленовый вчера сел в ладонь мою. Очень часто я слышу во время концерта из зала реплики о том, что мы работаем под фонограмму, потому что у нас нет барабанов и по другим причинам. Я хочу вас уверить в том, что мы сегодня для вас работаем вживую полностью. У нас есть устройство, которое запоминает то, что мы сыграли. То есть вот то, что вы сейчас видите, нет барабанов, это действительно их нет. Играет компьютер. Устройство называется секвенсор. Это такое умный электронный маленький ящичек, который запоминает то, что мы туда играем, потом он нам его воспроизводит. Но поем, и вот те партии, которые вы видите, сейчас стоят наши музыканты, играются для вас и поются вживую, живым звуком. Итак, следующая песня, которую мы для вас поем, называется «Танцуй, прохожий». Если вдруг кто-то из вас захочет потанцевать, пожалуйста, можно, только пожалуйста. У нас сегодня идет видеосъемка, поэтому по бокам нашей концертной площадки. Договорились? Итак, танцуй, прохожий.
похожи, не знаю я тебя. И ты на этой улице не знаешь никого. И если отвечает, то каждый за себя. А если нападают, то все на одного. Танцуй, прохожий, танцуй, прохожий. Может быть, не мне ты, а кому-нибудь поможешь. Танцуй, прохожий, танцуй, прохожий. Не обращай внимания, танцуй. И мне привиделось тогда, что все вокруг ликуют. Все счастливы, как никогда, и все кругом танцуют. И если среди этой пляски один не нужен никому, печально побредет прохожий, я позавидую ему. Танцуй, прохожий, танцуй, прохожий. Может быть, не мне ты, а кому-нибудь поможешь. Танцуй, прохожий, танцуй, прохожий. Не обращай внимания, танцуй. Танцуй, прохожий, танцуй, прохожий. Может быть, не мне ты, а кому-нибудь поможешь. Танцуй, прохожий, танцуй, прохожий. Не обращай внимания, танцуй. Танцуй, прохожий, танцуй, прохожий. Может быть, не мне ты, а кому-нибудь поможешь. Танцуй, прохожий, танцуй, прохожий. Не обращай внимания, танцуй. Танцуй, прохожий, танцуй, прохожий. Может быть, не мне ты, а кому-нибудь поможешь. Танцуй, прохожий, танцуй, прохожий. Не обращай внимания, танцуй. Спасибо. Вы знаете, наш ансамбль имеет такое лирическое направление в творчестве. И у нас очень много таких медленных лирических песен красивых. И вот сейчас одна из них – это «Блюз голубой луны». Если кто-то ее знает, давайте с вами попробуем спеть вместе. Итак, «Блюз голубой луны». Ночь в этот ранний час.
А сейчас давайте посмотрим, у нас Валентина Васильевна с нами есть или нету. Валентина Васильевна, наверное, вышла, но все равно я хотел бы сказать пару слов в ее адрес. Я хотел бы сказать ей большое спасибо за то, что она, несмотря на все трудности, которые приходится ей преодолевать, остается верна своему делу, остается директором этого лагеря, остается верна детям и продолжает делать нам всем добро. Спасибо вам большое, Валентина Васильевна! Аплодисменты! Я хочу также поблагодарить всех тех, с кем мы вместе живем рядом в лагере, в нашем отряде, с кем мы вместе кушаем, наших поваров, наших водителей, все технические службы нашего лагеря, потому что нам очень здесь нравится. Мы здесь находимся 5-й год и не собираемся отсюда уезжать. Я хотел бы поблагодарить тех людей, которые непосредственно помогают нам в нашей работе. Это... Сейчас вы что-то увидите. Наши девочки сейчас переоденутся, и вы увидите новые костюмы. Вот идет Валентина Васильевна, поприветствуйте, пожалуйста, еще раз ее. Я хочу представить вам художника по костюмам нашего и кружковода нашего лагеря Ирину Гончаренко. Вот она сидит в середине зала. Все костюмы, которые вы сегодня видите, сделаны ее руками. Также я хочу еще раз представить вам художественного руководителя ансамбля Визинова Илону Клочкову. Она нам помогает в постановке наших движений. Пожалуйста, вот она тоже сидит в центре зала. Спасибо. Итак, мы продолжаем. Следующая песня снова про остров. Она так и называется «Остров». Ноги остров.
волшебникам любви. Многие ребята видели на прошлой смене наш концерт, а для тех, кто не знает, я хочу сказать, открыть небольшой секрет. Ну, может, это не секрет, это наша радость, потому что это наш юбилей, это наш второй юбилейный концерт в этом году. Дело в том, что в этом году нашему ансамблю исполнилось 20 лет. Конечно, это не этим ребятам, которые стоят на сцене. Коллектив у нас постоянно меняется. Спасибо, спасибо. Спасибо. И в лагере Дубинина мы празднуем свой юбилей. И мы решили песню, которая стала, знаете, мы с этой песней выступали на утренней звезде, и она стала бы как бы нашей визиткой. И мы решили ее снова взять в свой репертуар и привезли в этом году в лагерь. Эта песня известна всему миру. Написал ее Пол Маккартни, и называется она «Yesterday». Послушайте, пожалуйста. Thank you.
Вы знаете, в нашем репертуаре есть не только лирические песни. У нас также есть и быстрые заводные песни. И сейчас одна из них, правильно, «Шаляй-валяй». Итак, рок-н-ролл «Шаляй-валяй». Спасибо. Я хотела вас спросить, а как вам нравится погода? Вот в последнюю неделю. Не очень, правда? То шторм, то дождь, то холодно. Следующая песня называется «Все куда-то девалось». И я хочу ее посвятить именно вот этим вот атмосферным неудобствам. Хорошо? Итак, все куда-то девалось.
цветок перед одинокой горой. Новогоднюю ночь и старые песни о главном, когда мы решили взять одну из них в свой репертуар, мы не думали, что она будет до такой степени популярной на Крымском побережье. Ну, так оказалось. Теперь ее знают все и поют все. Итак, песенка о шофере. Как-нибудь дотянет.
встречать тебя с маленьким сыном. Выйдет перекрестку любовь и жена. Не страшны тебе ни дождь, ни слякоть, резкий поворот и как за год. Чтобы не пришлось любимой плакать, крепче за баранку держи шатер. Не страшны тебе. Итак, эту песню для вас спела Татьяна Ильченко и группа «Альтана». А сейчас я хочу представить вам остальных участников нашего ансамбля. Итак, вокальная группа Ксения Площенко. Ольга Андриашева. Татьяна Ильченко. Литвиненко Наташа. И наш оркестр Виктория Ильченко. Перекупка Дмитрий. Слесаренко Женя. Для вас поет группа «Альтана». А следующая песня называется «Смуглый мальчишка». Концерт сегодняшний потихонечку подходит к концу, потому что время уже позднее. И последняя песня, которую мы предлагаем вашему вниманию,
называется «Сон». Это медленная песня, такая она, это наш гимн, поэтому мы заканчиваем ею концерт. Я прошу вас помочь нам, давайте в конце песни все вместе возьмемся за руки и немножко покачаемся. Итак, «Сон». Сегодня для вас пели и играли группа «Альтана» из Киева. Спасибо.
спасибо. Мы будем очень рады вас видеть на наших концертах. Спасибо. Браво. Браво. Большое спасибо, отряды, что вы остались на месте и не уходите. Спеша поблагодарить для вас сегодня. Выступали перед вами самые лучшие, самые талантливые, самые обаятельные артисты. И мы искренне, глубоко и сердечно благодарим и поздравляем. Итак, руководитель группы «Альтана» Александр Гончаренко. До новых встреч. Так держать, Александр Николаевич. Пусть всегда вам будет успех, удача, аплодисменты. И Сергей Григорьевич очень любит дарить арбузы в этом сезоне. Самый популярный заморский фрукт. И, конечно, наши сладкие призы. Большое спасибо. Благодарим за прекрасный вечер. Благодарим. На следующий год обещаю бесплатные путевки. После налоговой. Обещание только это не... Молодцы! Спасибо, Саша, спасибо, всего доброго. Ирочка Гончаренко, спасибо. Спасибо. Благодарю. Спасибо. Скажите что-нибудь. Он уже включен.